В каком состоянии находятся памятники и мемориалы в Щелкове? Таким вопросом задались инспекторы Государственного административно-технического надзора и активисты Молодой гвардии «Единой России». Чтобы ответить на него, они провели специальный рейд. Сегодня было организовано надзорное мероприятие по распоряжению Татьяны Семеновны Витышевой в рамках надзорной деятельности и приуроченной спецоперации «Мемориал». Заключается она в проведении надзорной деятельности за памятниками, мемориалами и мемориальными захоронениями, контроле наведения порядка и чистоты благоустройства на данных объектах. Это уже не первое совместное мероприятие Госсанитехнадзора и молодогвардейцев. Однако акция по проверке памятников проходит впервые. Участники рейда уверены, такая практика должна привести к большим результатам. Для проверки были выбраны три мемориала в Щелкове, одни из самых известных и посещаемых в городе. Первой точкой маршрута стала Гребенская гора. Здесь участники рейда обнаружили скопление наледи и снежных навалов. Тем не менее, часть дорожек была посыпана песком. Далее на мемориал воинам-химикам. Мемориал «Химик». Исходя из того, что мы сегодня наблюдали, больших недостатков там не выявлено. Есть небольшая наледь, но, будем говорить объективно, она образовалась вследствие теплой погоды, которая была ночью, и утренних заморозков. В целом, ситуация с у нас мемориалами на территории достаточно, можно сказать, удовлетворительной. Есть небольшие недочеты, присутствует такой, где лед, снежные сугробы, но данная ситуация будет устранена, как нам сказали управляющей компании. По словам специалиста Госсанитехнадзора, в результате рейда к эксплуатирующим мемориалы организациям будут применены меры административного воздействия. Молодая гвардия же, в свою очередь, разместит информацию об итогах проверки в социальных сетях, а также доведет до сведения депутатов, чтобы культурное наследие города оставалось в порядке. Дарья Снегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».